Приветствую всех на моем канале. Сегодня мы с вами продолжим обзор проекта MJack. Сегодня я хочу больше углубиться в техническую часть и рассказать вам, что же такое MJack, для чего он и какие технологии он использует. Торговая платформа MJack будет основана на блокчейне Ethereum. Это позволяет нам воспользоваться особенностями его для децентрализованной торговли. Все сделки будут записаны публично в блокчейн, и смарт-контракты будут использованы для реализации торговых механизмов на платформе MJack. Ethereum обеспечивает хорошую платформу для MJack благодаря широкому распространению, активной поддержке разработки и растущей экосистемы распределенных приложений. Тем не менее, MJack не будет записывать все связанные с торговлей данные в блокчейн из-за соображений скорости и стоимости. Они будут записаны на отдельном делегированной сети Proof of Stake. Для того, чтобы адаптироваться ко времени выполнения транзакций в эфире, ордера на покупку и продажу не будут совпадать с ордерами настоящего времени. Вместо этого будет осуществляться периодическое урегулирование заказов в настоящее время, и они будут проходить примерно это регулирование в течение каждых 5 минут. Выполнение заказов и смарт-контрактов будет поэтому обычно выполняться процесс, аналогичный открывающему и закрывающему поперечному механизму. Поскольку блокчейн позволяет отслеживать все типы транзакций безопасным и прозрачным способом, он предлагает множество возможностей по всей цепи поставок. Каждый раз, когда товар переходит в руки, транзакция может быть записана в блокчейне, чтобы создать историю из источника отработанных шин, сборных площадок, отгрузки, изготовления и продажи переработанных продуктов. Внедрение блокчейна с поставками отработанных шин может снизить затраты на сбор, неточный контейнер, вес и нелегальные поставки. Обеспечение прозрачности для всех вовлеченных сторон в поставках блокчейна. Блокчейн устанавливает уровень доверия, который был очень на низком уровне последние много лет. Многие правительства сталкиваются с проблемами, когда они не могут отследить или определить происхождение или место назначения незаконного захоронения отходов шин. При помощи MJack это станет легко и возможно сделать. MJack Marketplace основан на токене EMJ, расшифровывается как MJack Token. Это токен ERC-20, и он используется для всех торговых операций на платформе. Деятельность включает в себя не только торговлю, но также и расчеты по контрактам с кредитным плечом. Платформа MJack позволяет торговать также опционами и фьючерсами на товары. Держатели токенов могут работать на платформе MJack в качестве трейдеров. Прототип MJack позволит пользователям перечислять смарт-контракты, просматривать детали контрактов, просматривать заказы, размещать заказы на покупку и продажу. То есть, как мы с вами видим, это полностью полноценная торговая платформа. Успех MJack позволит в глобальном масштабе повысить проникновение отработанных шин, переработку и прозрачность для производителей и органов власти, чтобы уменьшить количество отходов шин, которые сбрасываются незаконно. Друзья, переходите по ссылкам ниже, которые я оставлю, подписывайтесь на социальные сети проекта MJack и следите за новостями о предстоящем IEO. А на сегодня все. Всем удачи и пока.